Здравствуйте, это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. Сегодня у нас программа на спортивную тему, потому что, как известно, мы не единожды повторяли, что Люберцы – это территория спорта. И сегодня мы вспомним и то, что в прошлом году, в 23-м, еще и 400-летие мы отмечали, а в дни этого празднования была масса спортивных состязаний, как, в общем-то, и в течение всего 23-го года. Но и нынешний 24-й год тоже богат на всевозможные спортивные состязания, и поэтому представляю вам сегодняшнего гостя – Владислав Комаров. Мы выяснили, что Владислав был в нашей программе в 2019 году, совсем еще юным, да? Но за это время прошло очень многое, только часть начну с перечисления его завоеваний, скажем так. Мастер спорта России по боксу, воспитанник комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, тренер Виктор Пономарев. И, так я понимаю, совсем недавно, 17 февраля, считанные дни прошли, с того момента, как он стал победителем всероссийских соревнований по боксу памяти мастеров спорта СССР Капитонова, Кузина и заслуженного тренера России Щедеркина. В сентябре в день города завоевал пояс Люберцы 400. Вот этот пояс. Ну, мы чуть позже к поясу вернемся, оставим его, так сказать, на вкусности. Владислав, с 19 года, с нашей последней встречи в эфире, многое изменилось в вашей жизни? Да, как бы институт, и все в этом духе, как бы, да. Да и все особого, ничего такого. Ну вот человек, когда он идет в спорт, два ж пути, да? Первый путь – это немножко позанимался. Но это путь тяжелый на самом деле. Да. Ну, я имею в виду, есть те, кто немножко позанимался и ушел. Вас как бы профессиональное направление. Все-таки мастер спорта – это не так просто. Что нужно, чтобы мастером спорта стать? Ну, это надо чемпионом России стать тоже так же. Там плюс мастерские турниры тоже так же. Вот Капитонова, Кузина как влияют, тоже там можно выполнить. Такие рейтинговые, если можно сказать, турниры, да? Ну да, там класса турниры получается. Надо выиграть, чтобы выиграть мастера спорта выполнить. Понятно. Ну и мы встречались до пандемийную эпоху, а потом была пандемия, наверное, это тоже наложило какой-то отпечаток, но спортсмен все равно же тренируется, он никуда конечно, не девается. Конечно, пандемию мы даже, да. Вот. Мы просто дома тренируемся. Дома. Ну, в общем-то, а спарринги? Спаррингов не было в пандемии. Не было. Вот да. Это, наверное, самое сложное. Ну, для персонала спортсмена, который нужен именно сделать, получается, спарринги, снаряды и, ну, также функциональную работу делать. А, ну, снаряды еще есть, да? То есть пресловутая груша, или как правильно называется? Ну, то груша, да. Дубасим с утра до вечера, или как надо. Ну, и давайте сообщу, что наш гость является еще чемпионом Московской области по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. Это 22-й год, это уже после пандемии. Чуть ранее, в 20-м году, уже когда немножко там где-то попустило, видимо, наверное, до объявления пандемии, серебряный призер переезд в Европу. Это в пандемии уже. В пандемию? Было, да. То есть как-то удалось? Пандемию, да. Да, это у нас была Европа, получается, в Черногории. Так. Но у нас было без зрителей. Как бы мы еще в масках были тоже так же. Потом нас награждали в масках. Мы тоже еще стояли. Видите, у вас уже эксклюзив, будете вам рассказывать. Итак, серебряный призер первенства Европы среди юниоров от 17 до 18 лет. Это 20-й год. Победитель первенства России среди юниоров 17-18-20 год. И бронзовый призер молодежного чемпионата России 2023 года. Вот фактически, ну, я так понимаю, все равно это не все. Но это такие знаковые вещи. Это разброски такие, да. А когда был вообще первый турнир, вы помните? Сколько вам было лет? Первый турнир, когда начинал именно карьеру свою, мне, наверное, было 8 лет. Так. И там просто открытый ринг был. Я вот там боксировал, получается, вот. Ну и все. И так пошло, поехало. А кто привел вас вообще в бокс? А вы как, вы планировали, или это он так взял просто за руку? Я не планировал, получается, он просто меня сам отвел, и потом вот до 16 лет я именно меня заставлял заниматься спортом, как бы. Вы не хотели? Я не хотел. А не хотел, потому что это нагрузки? Это сложно, да, на самом деле, и потом вот я вошел в этот кураж и уже начал сам заниматься. То есть в 16 лет включился? Да. А в 8 лет папа вынужден был как-то заставлять. Заставлять, понятно. И я всегда задаю такой вопрос, прежде чем мы перейдем уже к самим спортивным историям, вы нам расскажете. Вот, а что за переключение произошло? Почему вы решили сами уже этим заниматься? Просто я начал за это деньги получать. Ага, то есть это стало работой. Да, это моя работа, получается, бокс.
Понятно. И я так понимаю, что тут еще, ну, мы помним огромное количество и художественных фильмов, и документальных фильмов, ну, имена какие существуют. Да, в конце концов, есть футбол. Вот сейчас последние трансферы просто там какие-то запредельные. Да, вот, конечно, нельзя, да, считать чужие деньги, но это очень любопытное. Ну, и в боксе, как мы понимаем, тем более, что в боксе еще много разделений, разных ассоциаций, разных организаций, плюс еще по возрасту, по весу и так далее. Ну, давайте начнем с того, как вы начали получать деньги, но помимо денег это же и работа серьезная, надо все да, время готовиться. Это работа серьезная, и нагрузка тоже та же серьезная. Вот, как бы. И на вас кто-то должен обратить внимание, потому что, наверное, же и тренерский, и какой-то командный штаб, подход. Тренерский штаб, да. Это вот сборная России, получается, мы проявляем себя. Вот. А как вы себя проявляете? Ну, какой-то тоже турнир идет, да? Это надо вот или выиграть Россию, или зайти в призы, получается, сборной России. Да? В тройку. Тогда на тебя уже смотрят как на приличного человека. Да, и уже и ты ездишь, получается, на сборы, соревнования тоже так же со сборной именно, только вот. А каков вот, давайте вот сравним, все-таки мы же много сейчас говорим о спорте вот детском, да, там когда, ну, иногда и сами мальчики выбирают, хочу быть боксером. Кстати, девочки сейчас у нас тут были, кстати, представители силовых видов спорта. Вот выбирают. Другое дело, когда там родители, неважно. Но это одна история. Да? Кто-то для развития, для общего, кто-то вот становится, выбирает себе как профессию. Как строится сейчас ваш рабочий день? Вы же, наверное, себе много в чем отказываете. Конечно. То есть зарядки. Зарядку надо сделать, да, с утра вот стою зарядку. Как вот вы во сколько встаете? Я, получается, стою где-то в 9 часов, начинаю делать зарядку. Это даже еще ничего, я думаю, в 6. Нет, ну по-разному, как бы в зависимости, если я иду на пробежку с утра, то это, получается, я в 6 стою. Если у меня без бега, то я стою в 9 или 8, получается, делаю зарядку. И также, ну, дальше своими делами занимаюсь, или иду на тренировку, или еду в институт. Ну вот про институт мы еще отдельно поговорим, а пробежка, если это сколько у вас километров? 3? У меня, получается, я 10 километров бегаю. 10 километров. Вот, да. И вместе с этой пробежкой у меня идет подтягивание, отжимание, та же школа бокса. Вот. Или я с утра могу побегать, или я вечером буду бегать. Угу. Каждый день? Не каждый день, но 3 раза в неделю. А тренировки вот каждый день? Тренировки каждый день, да. Да. Ну и вот институт, вы же очник? Нет, я заочный. Заочник, да? То есть вы... А институт какой? Солифт. Угу. Ну, на кого, я имею в виду? На тренера, получается, по боксу. То есть вы уже, в общем-то, даже и по профессии практически. Да, потому что вы смотрите, у меня, получается, средняя профессия. Я в колледже учился, у меня тоже, получается, тренерская деятельность. И сейчас, получается, уже это высшая деятельность у меня идет. Ну, грубо говоря, вы в хорошем смысле слова уже всю жизнь свою расписали, да? Ну, теперь да. Главное. А как долго хочется оставаться в спорте? Потому что мы же в таком виде, ведь можно еще играющим тренером быть. Или вы как-то все-таки поставили себе планку? У меня больше идет акцент на профессионалов. Как бы я хочу профессионально именно это делать. Ну и сколько можно профессионалам просуществовать? Слушайте, на самом деле тяжики крепнут только к 30 годам. Получается, я только еще не окрепшийся. Еще маленький, да. Да, еще я не окрепший. Да. Это вот, получается, легковесы. Вот они уже в 20, они уже формируются. И, получается, тут уже боксировать. Ну, то есть к 30, и потом сколько лет можно хорошо, если все будет Блин, вот как Поветкин. Поветкин вообще до 45 боксировал. Mm-hmm. Как бы вот все это. Главное, чтобы было это здоровье. Ну, мы же еще смотрим, даже если вот сравнивать поколение, там, мое поколение, ваше поколение. Вы уже как бы... То есть наши 20 лет и ваши 20 лет. Две большие разницы. Конечно. Да, поэтому, в общем-то, наверное, и сдвигается все. И потом, я так понимаю, что если вы подходите к этому еще и с коммерческой точки зрения, то вы понимаете, что как я натренируюсь, как я себя до 30 лет сделаю, да, физически сделаю, да, насколько я смогу, настолько, значит, меня, может быть, и хватит, ну, продолжать эту деятельность. Но зато у вас, по крайней мере, нет пустоты впереди. Вы впереди будет тренерская работа. Ну, то есть да. Уже будете везде закладывать, если что, я к Но вам это приду. Как запасной вариант. Если не пойдет профессионалов, то можно и тренером поработать. А если пойдет профессионал, то в 45 лет вы закончите и будете отдыхать. Просто, да? Ничего не делать? Конечно. Денег будет много. Конечно. А вот еще такой вопрос, не могу его не задать. А деньги правда главное или все-таки нет, есть еще какое-то? Нет, имя. Ты делаешь свое имя сейчас. Я, получается, делаю свое имя. Получается, вот. А деньги — это приходящие, уходящие. А имя вы делаете, потому что вы хотите в спортивном плане доказать, что вы можете вот так, что вы лучшие.
да? Конечно. Вот в свою. Мы ж, я так понимаю, что это спорт, которым, ну, понятно, что выиграть все бои, это было бы замечательно, но, наверное, по-разному это складывается. Потому что я, например, приверженец командных видов, да, а здесь ты как бы... Сам... Один на один, считай, да. Ты уходишь. Либо и... ты. Либо ты, либо он, да. Да. Вот. Два варианта. Психологический аспект рассмотрим, вот, заканчивая первую часть. Все-таки 21 год, а вы уже рассуждаете, как не рассуждают, скажем так, 21-летние ребята, которые, ну, как-то так вот... Дом. Легкомысленные, наверное. Ну, не то, что легкомысленные, но у которых, может быть, не стоят такие задачи. Люди же по-разному. Нет, да, как бы просто у меня что именно... Что вам спорт этот дает? Спорт мне дает. Я делаю себе, считай, имя, плюс так. Также здоровье, но оно еще и отнимает тоже так же здоровье. На самом деле, вот профессиональный бокс именно отнимает здоровье. Mm. Большинством зависимости, как он еще сможет это сделать. Просто у нас много травм. Тоже так же надо это контролировать, чтобы не было травм. Вот. И уходить от травм надо, да. Уметь, да? Уметь надо вовремя подлечиться и восстановиться, чтобы... А то может быть такая травма быть, и ты уже не восстановишься, и ты уже все, можешь завершить свою карьеру просто и все. Ну, вы занимаетесь спортом высших достижений. То есть да. Это все, оттуда, как говорится, уже возврата нет, там уже нужно просто вот пытаться принимать все удары судьбы, но все равно это зависит же от вашего психологического настроя. Бывает такое, что ну не хочу я на эту пробежку, на эту зарядку, есть, или всегда не есть, хочу, есть, но надо. Такое, да. Есть? Ну, как бы, то, что надо, это вот в чем заключается моя работа. Как бы вот не хочется, но надо себя заставить, чтобы это сделать. Потому что когда ты будешь себя заставлять, у тебя будет прогресс. А если ты будешь лениться, то у тебя не будет никакого прогресса. Ну, я так понимаю, что это зависит не только от вас, но еще и от наставников. Вот во второй части мы поговорим, насколько наставники... Конечно, наставники сыграли. Тоже есть, как бы, да. У нас получается, хоть мы и один на один боксируем, но у нас больше влияет не мы одни, у нас влияет команда. Получается, ну, какая у тебя те, команда. Те, кто остается в тылу. Да, конечно. Также те же спарринг-партнеры, те же друзья, как бы общаемся тоже так же. Они говорят, вот у меня есть друг... Георгий Куташвили, он мастер спорта международного класса. Он, получается, за Грузию боксирует. Он сейчас вот Странжа выиграл, получается, вот мы с ним хорошо общаемся. Вот мне тоже говорит, как лучше, чего сделать, как наставить. Также тот же Марк Петровский, заслуженный мастер спорта России, он, считай, выиграл вот мир. Ну, то есть это специальная такая история, которая и мужской, скажем, подход, и дружба, и спортивная. Да, у меня еще есть тоже так же кулачники. Вот Александр Северин тоже так же, он кулачник. Он, получается, тоже, вот я к нему на бой ходил, получается, вот недавно у него бой был, выиграл. Считай. Но, конечно, руку сломал. Вот кулачка тоже себе дает, знаете. Особенно, когда в тяжах лоб ударит, да, но выиграл. То есть все отдал. Все отдал, но выиграл. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Владислав Комаров, мастер спорта России по боксу, воспитанник комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы, тренер Виктор Пономарев. И во второй части поговорим вот о последних боях, тем более, что 17 февраля стал победителем всероссийских соревнований по боксу, не просто каких-то там, да? Да. Вот. Ну и, конечно, о наставниках. И как вы видите, что все-таки важно понимать, что не каждый человек может рискнуть пойти в спорт больших достижений. Да, кажется, что там, ну, это как профессия, вот, но сколько она забирает сил, эмоций и здоровья, тут тоже много вопросов. Дождемся продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. В гостях у нас Владислав Комаров. Напомню, что ему всего 21 год, а успехов уже список такой, что на двух страницах. Вот. И это радует, потому что человек откровенно понимает, что он не просто занимается спортом, а хочет стать глобальным профессионалом в этом виде спорта. Речь идет о боксе. Мастер спорта России по боксу. Воспитанник комплексной спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы. И расскажите, что же было 17 февраля? Что это за соревнования такие? Класс А, да? Да, класс А. Турнир, получается. Кто-то там выполнял мастера спорта, получается. Если вот. Он выиграл бой, получает мастера спорта. Получается, мастер спорта, если первое место занимает. Вот. А я, получается, просто побоксировать. Я просто после операции, так получается, что? Я операцию делал, у меня были камни. Вот. И мне надо было продышаться. Тренер меня вообще не хотел, чтобы я боксировал, потому что Поберечь хотел. Ну, поберечь, да. Ну и чтобы я вообще не боксировал, потому что у меня
он не думал, что я выиграю. Как бы. Он думал, я выйду сейчас и проиграю в первом бою. Но как-то пошло все надеялся, по накатам. Надеялся, да? Если можно так сказать. Да? Иногда, может быть, видите, надо, чтобы проиграл твой боец. Ну, конечно. Плюс я еще готовился неделю к этому соревнованию. Mm-hmm. Как бы никто не рассчитывал на это, но я вышел и показал, что им как бы есть еще пороховница, как бы можно еще подвигаться. Ну, получается, что камни вышли, видимо, в связи со спортом? Выбили из вас эти камни, можно сказать? Нет, как бы просто питание. Просто питание. Вот надо за питанием тоже следить. Вот я не следил за питанием, это моя глубокая ошибка была. То, что вот. А питание же у вас, наверное, должно быть очень регламентировано. Да, вот без этих фастфудов, без всего, но у меня все равно срывался. И из-за этого вот камни вот появились, я вот сделал вот операцию, пробоксировался. Вот, ну и так все хорошо вышло. Ну и для других спортсменов, например, у которых все есть, это просто как подтверждение какое-то, вот такие турниры класса А, или это просто для рейтинга? Это кто-то мастер спорта, получается, они просто продышаться тоже перед каким-то стартом, другим. Получается, да. А какие еще есть? Класс А? Класс Б. Это класса Б, это получается кандидатский турнир, класса А, это мастерский турнир. И получается потом международный турнир, и там международник нам можно выполнить. Mm-hmm. Получается, ну, понятно, что с международной ситуацией сейчас всякие сложности, но мы же надеемся на то, что рано или поздно это все состоится. Мне кажется, что это будет очень интересно, потому что если все-таки правильно построить работу, наверное, спортсмен это ее строит правильно, как вот вы говорите, даже в пандемию, то можно дождаться этих вот уже будущих, надеемся, спарринг-турниров всевозможных, где новая волна, так сказать, российского спорта пойдет. Да, хлынет. Но поговорим немножко о наставниках, потому что вы тоже такую себе профессию выбрали. Чему учат в институте? Там как то есть то, что как боксировать, вы знаете, да? Умеете. Да. Но там больше знания тренерской. Как выстроить план работы для спортсменов тоже так же. Вот, потом анатомия человека, физиология человека тоже так же мы изучаем там. Ну и все в этом духе получается, как бы, чтобы правильно все делали. Потому что когда вы станете тренером, будем надеяться, не очень скоро, да, но это же, наверное, двойная ответственность, потому что, вот как вам объяснить, тренер, особенно играющий, который все прошел этот путь и понимает, что сегодня он, ну, немножко не те кондиции, но ему внутри хочется, вот если бы я был, да, наверное, я бы сделал... Воспитать такого человека, который... Да, то есть, вот. Как у вас с тренерским коллективом? Насколько часто вы меняете тренеров или как-то передают вас из рук в руки? Один раз я попробовал по своей ошибке поменять тренера своего. Это вот Пономарева Виктория Ивановича. Так. Вот ему, получается, 77 лет. Так. Он мне, получается, с детства ведет. Я один раз попробовал поменять. Вот мне дали другого тренера, казаха, получается. Mm-hmm. Вот. И он мне просто ноги выключил, и я начал проигрывать. И я такой подумал, ну это не мой стиль, и как бы я вернулся к Виктору Ивановичу. Возвращение блудного сына. Да, я вернулся к Виктору Ивановичу, все хорошо, он меня простил, потому что я от него уходил. Как бы начали работу, и вот, считай, Россия сразу уже как бы в форму вернулся, и начал уже медали завоевывать. А это вот сложно было уйти, потому что, то есть вам сложно вернуться, ему сложно принять или как-то это все на самом деле очень тяжело, когда ты уходишь, вот, и потом возвращаешься. Главное, чтобы тренер тебя принял назад, потому что если когда ты возвращаешься, думаешь, ну, типа то, что зря я это сделал, но он может не простить, и он скажет, ну, ты ушел от меня, иди своей дорогой дальше, вот. О как, видите, прям кино снимаем походу. Вот. Вернемся к вашему стилю тактики. Я понимаю, что не обо всем, может быть, даже можно рассказывать. Но, тем не менее, что для вас выход на ринг? Как идет подготовка? И, собственно говоря, что вам больше нравится? Длинный бой, короткий бой? Ну, если честно, всем спортсменам нравится короткий бой. Чтобы быстрее, да, и быстрее и лучше, да. Но все по-разному. В зависимости, как еще твой соперник подготовится, тоже так же. И куда ты попадешь ему. А вот вы когда работаете, да, на ринге уже, то есть происходит какая-то отключка ненужного, да? Ну, вы слышите, да, когда там помогает команда? Угол получается, да, надо слышать обязательно, потому что ты можешь на эмоции перейти, и у тебя голова отключается, и ты просто идешь бездумно уже бьешь. Такие да, вот и в этот момент можно что-то и произвести. Свотануть, да, можно в этом. А зрители?
они слышны в этот момент? Или зрители, в этот момент нет? Как бы да, в зависимости, кто за тебя болеет. Вот я вот в Люберцах, когда боксировал, получается, финал очень много, получается, кто меня знает, пришли, очень много болели, получается, очень как бы слышно было. Звезда. Ну почему звезда? Кстати, это же ответственность тогда. Это ответственность, да. Да, то есть тут уже нельзя вообще ничего плохого сделать. Конечно. Ну, вот это слово «звезда» мне особо не нравится. Ну, хорошо, профессионал, да? Можно же так сказать? Ну, конечно, так. Вот так лучше звучит. Смотрите, с 8 лет, вы 15, сколько получается, 13-14 год уже в деле, да? Ну, это уже прямо... Ну, и давайте вот мы к этому поясу подойдем. Все-таки у нас уже вторая часть. Пояс красивый, я думаю, такой эксклюзивный, потому что там написано 400 лет Люберца, который мы отмечали в прошлом году. И я так понимаю, что стенка поясов у любого... боксера, наверное, должна существовать, где все это как-то... Конечно, да, медали, грамоты, все. Вот. Вечером поносил один пояс, завтра другой. Меняешь. Да, меняешь. Как костюмы. Да, как проходил? Во-первых, как согласились, или это было обязательное участие? И как прошел этот бой, за что пояс получили? Мне, получается, Вадим Вадимович Сурков набрал, предложил, говорит, то, что тебе нужно выступить, как бы у нас Люберцы, 400 лет, вот за пояс. Мы как бы делаем пояс, я говорю, давайте, хорошо. У меня должен был Кубинец быть соперник, вот тут он как раз за Люберцы выступает. Кстати, Кубинец, да, это Кубинец. Еще с тех времен у нас. Да, такой битва. Здоровенький, высокий был. Но у него что-то с организмом, что-то у него с ним как-то не то было, как бы, и мы передумали с ним боксировать, получается. Но он вроде здоровый сейчас уже, как бы все хорошо тоже так же. Вот он с Бабаниным должен был еще боксироваться Максимом, но у него бой отменился. Вот, и потом мне предложили, кого ты говоришь еще, кто, с кем ты хочешь побоксировать. Я кто достоин выхода на ринг. Конечно. Я как бы думал, ну вот и был у меня на варианте Илья Рана, получается. Вот мы ему предложили, он согласился. Вот который был тоже на вашем тоже месте. Тоже, да. Видите, у нас два боксера, но это было, по-моему, мы с ним встречались до боя. Вот. И что такое пояс? Вот так, если человек не является поклонником спорта, ну, знает, что есть такой вид спорта, да, когда там выходят, пояс показывают, повернулся налево, направо. Нет, просто пояса еще разные бывают. Вот то, что как вот этот пояс, это просто приятный бонус. Да, ну и все-таки такой юбилей для города. Да, да, как бы это просто приятный бонус, а в основном именно который... важные пояса, это вот WBC, классные. Да, WBF, вот это уже поинтереснее пояса, вот к которым я стремлюсь уже к этим поясам. Это так чисто, как бы. Но тем не менее, хорошо, вот вы завоевываете какой-то пояс очень важный. Для боксера это что? Показать? Это стимул. Нет, это стимул, то, что ты идешь к чему-то. Как бы у тебя... Еще одна вершина. Конечно, ты идешь к чему-то, потому что если у тебя нет мотивации, типа, это тяжело очень без мотивации жить. И как бы вот у меня стимул — это пояса, получается, моя работа в боксе. То, что вот смотрите, если мы отбросим сейчас все в сторону, но ведь и спорт так выстроен, да, несколько там направлений, ну или федерации, как правильно сказать, ответвлений, как бы предлагается боксеру пройти много-много-много разных соревнований. Но это же бизнес. То есть они зарабатывают на продвижении спорта, ну, зрительские, да. Вот. Спортсмены как бы получают возможность участвовать в разных соревнованиях. Но на выходе-то что? Это спорт высших достижений или просто это зарабатывание денег вот там, наверху? Это сначала идет спорт высших достижений, получается, ты делаешь себе имя. А вот уже именно, когда ты идешь, переходишь в профессионалы, вот там уже идет бизнес. Там уже больше по бизнесу мы двигаемся. А это как бы мы делаем себе имя в любителях, получается, тоже вот как Усик. Он, получается, работал на имя, а сейчас теперь он, это его работа. Он работает, он как бизнесмен, как бы, получается, он делает. Также нам всякие контракты предлагают, мы можем вещи рекламировать, также, ну, все. Ну да, как бы, да. Да, такая, гарантированный так. Дополнительный заработок. Бонус такой дополнительный. Да, чуть-чуть слева, как раньше говорили, ну, в хорошем смысле слова. У нас остается мало времени. Еще хочу адресовать такой вопрос.
Что в ближайших планах, потому что вот сейчас зима, наверное, ну, для вашего вида спорта, наверное, не так важно время года, но тем не менее, какие впереди у вас важные соревнования? Чемпионат России будет по 19-22, получается, у меня последний год здесь остался. Угу. В этом... То есть уже такой, как дедушка в этой, да, будете, да, выступать. Последний год, получается, да, и все, и получается потом 19-40 лет, получается, вот. Uh-huh. В основном только будет Россия, и потом уже профессионалы, все в этом духе получается. Uh-huh. А много сборов вы куда-то есть? Как турниры выбираются? Вы сами выбираете или вместе с тренером? Это вместе с тренером получается. Мы или готовимся с Московской областью, вот, с Сергеем Юрьевичем Смирновым, uh-huh. получается, uh-huh. от того тоже мы как второй тренер получается. Uh-huh. Вот, мы там готовимся, получается, и ездим или на Россию едем. А если мы уже в призы входим или побеждаем Россию, получается, мы со сборной России ездим на сборы, mm-hmm. и там же готовимся. Также на международном турнире мы ездим со сборной, получается. Mm-hmm. Владислав Комаров, мастер спорта России по боксу, победитель вот последнего самого такого интересного турнира класса А, важного всероссийского соревнования по боксу памяти мастеров спорта СССР Капитонова, Кузина и заслуженного тренера России Щедеркина. Обратите внимание, что вот имена в боксе, ну вообще в спорте очень любят, да, и в хоккее, и в футболе, всевозможные памятные турниры или турниры-памятники в честь известных людей. Желаем и вам побед побольше. И, как говорится, безбедного существования, конечно. Чтобы ваша профессия приносила вам доход. Ну, а если тренерской работой будете, хороших боксеров, которые тоже будут вам приносить. Воспитывают, конечно. Да, вы же будете их воспитывать. Конечно. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. Всего доброго. До свидания.